Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, и вы на моем канале про моду, шопинг и модные путешествия. Я вас благодарю за то, что вы поддержали меня в моем начинании. Тема часов оказалась интересной многим, поэтому я с огромным удовольствием продолжаю. Тема этого видео – основные модели часов, которые существуют, чем они отличаются и какова их специфика. Если вам это интересно, продолжайте смотреть. Итак, если мы говорим про виды часов, то есть это именно модели, какие существуют, первая модель, на которую хочется обратить внимание, это классическая модель, безусловно, без этого мы никак. Самые классические часы, две стрелки, часы и минуты, секунды, секундная стрелка может быть как большой, да, такая длинная стрелочка, либо маленькая, которая вынесена в отдельное окошко, то есть это классические часы, без дополнительных усложнений, кроме секундной стрелки, но об этом я вам с вами поговорю в другом видео, ну, то есть такая классика, к которой мы привыкли. Классические часы могут быть любых форм, круглая, квадратная, прямоугольная, бочкообразная, ну то есть здесь уже все зависит только от фантазии производителей часов, также овальная существует, часто используется именно в женских часах. Также классические часы, если вот мы смотрим на модели, выделяют отдельную категорию супер тонкие часы, это большая гордость производителей механических часов, потому что сделать ультратонкие часы достаточно сложно, поэтому вот эти часы, они выделяются в отдельную категорию, да, классические ультратонкие. Дальше часы могут быть с будильником, и здесь не так много марок, которые их производят, например, марка Vulcan специализируется именно на производстве часов с будильником, здесь особый механизм, вы выставляете на циферблате время, в которое вы хотите, чтобы будильник прозвенел, и он звенит, то есть это у нас часы с будильником, как отдельная модель, как отдельная категория. Дальше у нас идет группа часов профессиональных, можем так назвать. Сюда входят часы с хронографом, часы авиаторы, пилот и также часы для дайвинга. Еще есть часы с антимагнитным корпусом, также он тоже входит в группу профессиональных, потому что используется определенными профессиями. Хронограф. Самая желанная, самая известная модель, наверное, это Daytona от Rolex. Эту модель хотят все любители часов, все, кто даже может себе позволить, иногда не могут себе позволить ее купить, потому что она супер редкая. Марка делает это специально, количество этих моделей выпускается в очень ограниченном количестве. Специально созданный, да, такой ажиотаж вокруг этой модели. Часто у перекупщиков ее стоимость повышается от 1,5 до 2 раз, и люди все равно покупают, потому что очень хотят получить эту модель. И опять-таки ее очень сложно заполучить. Но это, по сути, это обычный хронограф, да, то есть там, безусловно, есть своя специфика, как у компании Rolex, так и особенностей механизмов, но это, по сути, это просто хронограф. Что такое хронограф? Это часы, в котором есть дополнительная функция по замеру временных отрезков. Нажатием верхнего клапана вы запускаете секундомер, стрелка начинает двигаться, вы останавливаете, когда вам это необходимо, той же самой кнопкой, и таким образом у вас есть понятие, сколько у вас заняло времени определенное события. Часто подходят для бегунов, для определенных профессий, для летчиков. То есть это такой профессиональный инструмент. На самом деле я знаю, что немногие вообще понимают, для чего эта функция, потому что есть люди, которые просто выбирают по форме. Нравится, когда есть 3 индикатора, потому что часто хронографы сопровождаются 3 индикаторами на циферблате, что дает часам дополнительный стиль, дополнительную фишечку, можно так сказать, плюс вот эти дополнительные кнопки, которые находятся сверху и внизу от подзаводной головки, тоже нам создают объем, придают такую спортивность нашим часам, но опять-таки не все понимают, как этим пользоваться и для чего это нужно. Соответственно, вы нажали на кнопочку «Запустили», «Остановили», и чтобы вам вернуть в прежнее положение, вы нажимаете нижнюю кнопку. Есть также тип хронографа, который называется «Flayback», это тоже усложнение, которое еще стоит дороже. Здесь речь идет о том, что вы не теряете время на вот этот вот остановить, перевести в обратную позицию, вы одной кнопкой и останавливаете, и она возвращается на свою позицию. То есть таким образом вы не теряете времени, особенно это важно для летчиков, когда им нужно лететь там какое-то количество секунд, один отрезок, потом другой, и вот нет этого момента, когда вы нажимаете, да, есть один момент, вы один раз нажали, два, и все, и стрелка перевелась сразу на изначальные показатели. Дальше профессиональные часы-дайверы. Специфика этих часов состоит в том, что они снабжены безелем, на котором изображено время до 60 минут. И для чего это важно? Безель двигается только в одном направлении, то есть это время, которое мы засекаем при погружении. В одном направлении он двигается только для того, чтобы, например, ни в коем случае не дать ошибку, да, что вы находитесь под водой меньше времени, чем это есть на самом деле. Лучше пусть он двинется чуть-чуть вперед
и вам покажет некорректно, что вы находитесь больше времени, то есть у вас больше запас кислорода, чем наоборот. То есть это поэтому он двигается только в одном направлении. Самая известная модель — это опять-таки Rolex Submariner. И тоже ее все хотят, достаточно редкая модель, более легко ее получить, чем Daytona, но так или иначе тоже является одной из самых желанных моделей, несмотря на то, что люди, которые носят эти модели Submariner, часто даже не имеют ничего общего с дайвингом, просто им нравится вот этот объем, им нравится спортивность и им нравится вот то, что это, наверное, Rolex, не знаю. Так, и, соответственно, какие отличительные черты у дайверов? Это часы, как я сказала, это профессиональные часы, которые лучше всего подходят именно тем людям, которые плавают, ныряют. Соответственно, они снабжены всегда иллюминесцентной подсветкой, то есть все цифры продублированы и стрелки, так, чтобы у вас даже на самой глубине, в темноте, вам показывало корректно время, и вы могли ориентироваться по времени. То есть это очень важная отличительная черта дайверов. И здесь тоже Panera есть марка, которая в свое время снабжала итальянскую армию, я бы сказала, больше итальянский флот, подводный флот, часами. Отсюда марка берет свое начало, и вот они специализировались именно вот на таких подводных часах. Самая известная их модель сейчас — это Luminor. Очень специфическая форма защиты подзаводной головки, так что ее просто так не открыть. Отличительные черты также дайверских часов состоят в том, что они всегда сопровождаются металлическим браслетом, либо каучуковым браслетом, либо брезентовым браслетом. То есть мы никогда не ныряем, понятно, ну, может быть, это не для всех очевидно, с кожаными браслетами, потому что все, что вода, все, что морская вода, губительно сказывается на качестве и потом на жизни именно кожаных браслетов. Поэтому все, что у нас для плавания, всегда на металле, часто каучук, реже брезент, но вот именно такие материалы. Следующие часы профессиональные — это часы, которые снабжены защитой от электромагнитных волн. Их рекомендуют носить врачам, например, которые часто обращаются со специальными аппаратами, которые излучают волны, пилотам, которые часто проходят через ворота контроля и связаны также с облучением. То есть это часы такие специфические, их не так много марок их производит. Известно наиболее, наверное, две модели, это также Rolex. И у EWC, я скажу по-английски, мы их называем EWC по-французски. То есть вот эти две марки, они предлагают нам эти две модели, которые вот как раз-таки защищают часы от электромагнитных волн. Потому что эти волны, они оказывают влияние очень сильно на сам механизм, на ход, на точность. Поэтому именно для этого, да, защита, чтобы часы оставались точными и никак их механизм не был подвергнут именно вот этим влиянию этих волн. Поэтому мы имеем эту защиту. Следующие профессиональные часы — это часы-авиаторы, пилоты. Здесь что интересно, эти часы, как я вам рассказывала, помните, в военное время у нас были изобретены часы на ремешке, и здесь не исключение, для пилотов были изобретены первые часы на ремешке авиаторы. В то время у них была огромная подзаводная головка, огромная по сегодняшним меркам. Она была сделана нарочито большой, именно для того, чтобы пилотам было удобно в перчатках ей манипулировать. То есть это не всегда очевидно, даже не приходит в голову сразу, что да, на самом деле, наверное, в перчатках совсем неудобно манипулировать маленькой подзаводной головкой, поэтому как раз-таки для пилотов сделали большую. И до сих пор это является отличительной чертой часов авиаторов, часов пилотов. Как только вы видите эту модель, вы сразу понимаете, что эта модель относится именно к этому разряду. Они часто имеют большой такой достаточно корпус, массивный, но в последнее время марки делают даже женские модели в более маленьких форматах, но так или иначе форма подзаводной головки остается часто прежней, она такая вот укрупненная, как такая небольшая шишечка. Но я скажу, что не у всех пилотов, сразу скажу, что не у всех, но вот у большинства такая. Что еще отличает также пилоты? Всегда арабские цифры, удобство чтения времени, то есть они также могут быть сопровождены покрытием люминесцентным для улучшения и облегчения чтения времени. Крупные арабские цифры, крупные стрелки — это отличительные черты часов пилот. И еще одна модель — это часы с двойным часовым поясом, часы, на которых изображен, также на безеле изображен двойной часовой пояс. И тоже самая известная модель — это Rolex, Pepsi. Pepsi, потому что идет красный с синим. Но вот так вот любители часов, вы знаете, любят некоторым часам давать определенные названия, и когда они разговаривают между собой, Hulk, Pepsi, тут сразу все друг друга понимают, что
иногда человеку, который не в курсе, иногда кажется странным. Ну, в общем, вот эта Pepsi тоже знаковая модель от Rolex. Есть, безусловно, модели у других марок, но что здесь важно понимать, что эти часы нам показывают время в другом часовом поясе, и также у них есть часто изображение вот 24 часов, то есть отображение день-ночь. То есть так вы можете ориентироваться, какое время день или ночь сейчас вот во втором часовом поясе. То есть очень полезная вещь для тех, кто часто путешествует, для тех, чья жизнь связана с бизнес-командировками, в принципе, с командировками, с путешествиями, чтобы не запутаться и каждый раз не переводить часы. Вот у вас есть такая модель, которая вам позволяет уже этого всего избежать. Ну вот, собственно говоря, и все, друзья. Это основные модели, которые существуют. И дальше уже у нас есть усложнения часовые. И про них я вам расскажу в следующий раз. Это очень интересная тема. Я думаю, что многое вас также удивит в этой теме. И, надеюсь, также будет интересным. Поэтому на сегодня у нас все. Мы с вами изучили основные модели, основные виды часов, которые существуют. То есть это такая тоже база и основа. И будем уже тогда встречаться в следующий раз и разговаривать про часовые усложнения, про турбион, про стрелки, про даты и про прочие интересные изобретения в этой сфере. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, задавайте мне вопросы, не стесняйтесь в ваших комментариях, пишите вашу обратную связь, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, друзья, пока-пока!